Итак, всем привет, с вами снова ЭзоЗеп, и эта игра называется RimWorld. Очень интересная игруха, собственно говоря. Вкратце о сюжете. Вот, как видим, три чувака прибывают на эту планету. Суть в чем? Суть выжить. Такая небольшая песочница у нас, конечно же, получается. Игруха. Но она, повторюсь, я не знаю, она затягивает реально. Так, давайте сразу определимся вместе, где будем отстраиваться. Так, ну эти вещи расходники. Это ясное дело. Так, чё их так мало? Непонятно. Так, сделаем, чтобы эти шмотки можно было брать. Даже, Робин, ты, пожалуй, экипируй себе винтовочку. Экипируй пистолет. Экипируй нож. Так, ребята. Крашим вон. Так. Создать. Строение. Стену из дерева сделаем, конечно же. Сразу расселим их всех по разным комнатам. Так. Ну, давайте для асимметрии, чтобы было. Раз. Короче, по две будет. Ага. С два. Раз, два. Так. Раз, два. Раз, два. Все, строимся. Работа у всех есть. Так, кто у нас там самый лучший доктор? Давайте посмотрим. Так, отменись. Нет, подожди. Вуди, персона. Медицина. Так, Вуди у нас будет доктором. Вуди. Подожди, а кто-то у нас по фамилии, отчеству? Подожди. А, Йони, прости. Йони у нас будет лечить, короче, всех. Ну, ребятки, отстраиваются тут пока. Давайте сразу заодно покрытие нормальное сделаем. Приказы, так. Защита, покрытие. Ну, паркетик положим. Вот так вот. Сразу создадим зону. Сделаем посадочки небольшие. На зеленой территории, пожалуй, это будем делать. Здесь у нас будут посадки. Тут будут у нас расти... Что, картофель у нас тут будет расти? А здесь... А здесь. Так, мы это тоже сделаем, чтобы можно было брать все это дело. Так, стоп. Стопы приехали. Так, а вы что бездельничаете? Работы нету. Зоны копать. Так, нам бы металл. Найти бы. Сделаем, короче, как-то так. Отменить тут. Тут подпорости, чтобы были у нас. Хоть какие-то минимальные, да? Срубим нахрен тут деревья все эти. Нужна же нам древесина в конце-то концов, да? Ну чё, ребят, поспите пока на полу. Можно вам лежаки тут сделать пока на первое время? Нет, давайте сразу мебель, кровать поставим вам из бревен. Раз, два, три. Сразу, наверное, надо будет четвертую комнату замутить. Ой, блин, так, покрытие нет, не то, все это не то. Один, два, два, вот так вот. Не, вот так вот. Для асимметрии, чтоб было. Строение, так нет, покрытие паркетное. Не хочу я в скале строиться как-то. Вуни,
Хорош бездельничать. Мебель, кровать. Это, короче, будет, ну, там либо медицинская, либо еще какая палата. Нужно будет... Блин, наверное, тюряжку надо построить. Зоны. Я опять забыл, где там строение, вот. 1, 2. 1, 2. Короче, как-то так. Покрытие, паркет. Ну, сразу обустраиваем наши жилищные условия, да? Строение. Двери из бревен поставим. 1, 2, 3, 4. Ой. А что это такое? Отменить. Создать. Не, вы стройте, стройте. Так, стеночку сюда. А, здесь уже место занято. Ну, хорошо. Раз занято. Так, ну одна комната уже почти готова. Давайте, пацаны, вырубайте тут все. Все это непотребство. Так, это мы тоже сможем брать. Вообще, нужно было бы сделать все ресурсы по умолчанию, которые падают, чтобы их можно было все брать. Так, вот это этот паёк, короче. Доп паёк армейский. Или какой он там. По консистенции. Так, давайте время немного увеличим. Так, ну вроде пока ничего не падало тут такого интересного. А, вот, вот. Вот еще. Блин. Что такое? Еще не важно. О, сколько тут паяков. Прям хватит на долгую беспечную жизнь, да? Так, ну, камень тут нас пока мало волнует. Пока ребята там отстраиваются, я буду палить, где что есть. Вообще хорошо было бы строиться возле геотермальных источников, да? Так, тут хавчик возьмем. Тут камушки подберем. Что добро пропадать понапрасну, да? Нужно будет сразу что-нибудь деревянное там отстроить, то есть, ну, леса, поля там. Вот то бы полями занялся бы. Ходит тут такое. Давайте всем отстроить. Носороги тут у нас ходят. Давай. Робин не строитель, а кто строитель? Не строитель. А ты кто? Давай срубай кактус. Ладно. Короче, мы сейчас как-то там назвали свое поселение, не успел посмотреть как. Так, занимайся всем этим. О! Так, слушай, давай кобыликам еще кровать, я сейчас быстренько назначу все это дело. На шахтеров, что ли, нету? Кто у нас там чем занимается? Майн. Давайте-ка вы всем пока займетесь. Ну, естественно, кроме докторства. Докторство у нас в любом случае будет на первом месте. Эх. Ну что, ребята, давайте. Я жду. Кактусы бы эти тоже срубить желательно. Создать приказы. Срубать нахрен эти кактусы. Чё, нельзя что ли? Ну ладно.
Давайте назначим кровати. Один. Два. Назначить кровать. Три. Все, норм. Че, Робин, не спится? Хочешь пойти поработать? Иди поработай. Нам бы кто здесь еще дверку замостырил бы. Создать мебель. Нет, строение. Ты понимаешь ли, остались тут без дверей. Без окон. Не, в скале, конечно же, безопаснее жить. Ища, будь медицинской. А значит, медкроватью. Я не понял. О. Что-то у меня с мышкой, походу, наверное. А не, все нормально вроде. Ладно, не суть важно. Я тоже нахрен убери отсюда. Мусорку. Где бы нам помойку устроить, а? Давайте. Mad Animal. Ну хрен этот Mad Animal. Так, свалка. Свалка у нас, пожалуй, будет тут. Охрена большая свалка. Где-то дикое животное. Перейти к месту. А, я не вижу. Вон-то белка. Боевое построение. Я уже думал, по своему попадет. Здоровье. Нормально, нет, твое здоровье как? Иди, получай медпомощь. Белку можете сожрать, в принципе. Мне ее не жалко. Тут покалечится. Не покалечится, а просто лечится. Так, ну, наверное, зря я на геотермальном источнике разместил это все дело. Сейчас мы немного эту зону подвинем. Удалить зоны. Так. Свалка, свалка, свалка. Сюда, короче, всякие трупы будем сносить. А, нормально. Можем в эту сторону расширить. Все, заебись. С едой, думаю, пока проблем не будет. Это тоже нахрен убери отсюда. Чтоб я этого не видел. Кто-нибудь майнить пойдет? Я смотрю, все-таки колхозники. Нам бы электричество вам завести сейчас. Было бы неплохо. Посадим посадки, пожалуй, под дерево еще. Создать зоны. Так, зоны. Посадки. Так, где деревья будем выращивать? А чё вы здесь не вырастите? Хай тут деревья растут, да? Посадки, картофель, нет. Давай. Давай, нет, не сосну, а давайте... Давайте березу нашу. Ты куда свалил уже, дядя? А, ты пожрать сюда сходил. Так вон тебе огород целый, чё ты? Чё ты как не родной? Так, ладно, хрен пока с этими камнями. Там бы уборщика, вот. Это потом потребуется, но все же дело очень важное. Так, создадим, 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 создадим энергию. Я думаю, нам пока больше не потребуется, да?
кстати. Это как что я заметил, да? Так, эти я взял, то есть получается их можно брать. На этой баскале разместиться вот так вот. Шух. Было бы идеально. Знаете, такая неприступная местность. Сразу заранее поставим комнату. Сделаю ее вообще из металла. Сталь. Где там приказы копать? Копай, мать вашу, копай. Строение. Короче, тут будет у нас электричество находиться. Как-то так. Покрытие. Бетон. Ну, раз ты тут так... Иди добывай сланец пока нам. Это мы ужмемся пока, на первое время. Не будем здесь скалу долбать. Я даже отменю приказ. Приказы отменить. А вот вы копаете. О, нормально. Просто аккумуляторы желательно держать отдельно. Чтобы тут не загорелись. Не шахтер. Так. Так. Прошу прощения, обстоятельства возникли. Так, давайте двигайте быстрее задницами. Так, вот, кстати, здесь можно было бы что-нибудь добыть. Создать приказы копать. Здесь тоже, пожалуйста, выкопайте мне. Будьте так добры. Не шахтеры. Чё за хер? А, хо. Майн. Ой, короче, ребят, чё вы мне парите? Подожди, к нам четвертый прибыл, да? Корин, ты где? Карин. Будешь тут жить, значит. Приказы, мебель. Короче, как-то так, да? Тебе же нормально будет. Так, вы у нас все умеете, да? Вы у нас умеете все. Давай работай. Падди будет. А Колин. И Карин. Да, Карин. Это же девушка, я так понимаю. Так. Покажи, что умеешь. Покрытие потом сделаем бетонное дальше, еще одно. Не, Карин, раз ты пришла сюда, то работай. Сейчас тебя УЗИ подменит. Не, что-то она как-то не очень быстрая. Так, создать. Мебель, покрытие. Где там бетон у нас? Так. Что, Карина, поспала? Иди работай. Все. Офигенно. Ну, она сразу какая бойкая. Че, мне нравится. Уни. Давай-ка камень отсюда вытяни. Камень отсюда, смотрю, перетянули, так нормально. На помойку его, короче. Вау, это что такое?
Давайте возьмем в хозяйстве сгодится. Агава. Не знаю таких. Так, нахрен это убрать? Сказал убрать. Чё паркет не постелили? Создать. Покрытие. Покрытие, я сказал. Так, бетон. Робин. Так, обломок сланца отсюда тащи. А сейчас мы создадим здесь, короче, нам аккумуляторную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идеально. И кабель, короче, протянем. Все. Офигенно. Куда ты попёр, а? У тебя картошка, она ещё не цветёт. Ну, ладно. Это у нас вот лето, по идее, круглый год. С едой проблем не будет. Блин, по нормальному счету я бы сделал бы здесь перегородки. И железо вот так вот. Здесь, по идее, горит все, так что... Будь там металл или... Что другое, неважно. Кто бы здесь прибрался в этой комнате? Хай березки растут. У нас будет березовое дерево. Так. Защита. Защиту мы поставим сюда, 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 сюда. И хватит на первое время, да? Так, энергия, кабель. Сразу пройдем через комнаты это все дело. Нельзя. Давайте так заведем. Что нам? Что нам будет, да? Так, сюда. Сюда, где там еще нам ставили, по-моему. Что-то я потерял уже где. Где-то, по-моему, сверху, нет? 1, 2, 3. По-моему, 4 ставил. Крыса. А, не, вайпер. Давай, вайпер. Тебя все очень дружно ждем. Вуни! Сюда иди. Нужны материалы. А, ну раз нужны материалы, то давайте в припрыжку. Спать вам пока никто не разрешил. Ага. Все-таки решил напасть, да? Все, рассосались. Кто у нас там? Нет, Карина у нас не пострадала. Так, вы все. Захватим его. Так, время, ускоряйся.
Бобин хай отдыхает. Крина пускай поспит снизу. Поставим пока еще одну комнату. Приказы. Так, строение, строение. Бревна. Раз, два. Раз, два. Я же говорил, что комнат много потребуется. Покрытие. Паркет. Паркет. Строение. Дверь из дерева. Мебель. Кровать. Так, да, расположено. Все правильно. Нужно будет потом свет провести сюда. Юни. Давай-ка быриком. Так, Вайпер, кстати говоря. Attempt to Все, будем его рекрутировать. Так, ножик, ну, на всякий П. Да и будет. Да. Где она достала? То, что я не заметил, может? Все, сейчас соберем тебе новую кровать. Так, Робин, Юни, Стилд. Значит, Карина будет спать тут. Карина. Так. Сейчас мы тебе эти камни повыносим. Так, вот это, вот это. Норм. Ай, снаружи поваляется, да? Нифига себе, это уже наш. Все, Вайпер, понял. Так, Вайпер, будет твоя комната. Робин. Так, убираем. Убираем. Нам дизентерия не нужна. Смертельные болезни. О-о-о. Спасти. Пришел сюда тиберкулез, блин, называется. Вообще бы порекомендовал бы всем заняться чисткой. Так. Хотя можно под карантин поместить, короче. Как-то так, да? Добывайте. Нам нужен металл. Тебе это тоже касается. Чё, уже откинулся, да? Мёртв. Ну, блин. А поваляйся там еще пару деньков. У нас там носороги ходят. Так, создать. Мебель. Мебель, мебель, мебель. Перестали. Аккумулятор, наверное, надо беречь как-то. Так, кто там работал у нас? Робин. Отнеси-ка ты нашего гостя. Отсюда подальше. Смотри, у нас вообще иммунный. В эти заразу не разнесли. Вот что главное. Так, Карина. Карина, ты у нас, короче, будешь... Резерж. Нет, халт. Не, давай, знаешь, как сделаем?
Вот так вот сделаем. Клинос пока будут разносить. Короче, чистоту тут устраивать и порядок. Так, стоп, где еще один? А вот. Же Калина. Стилт. Ну да, четвертый пришел, четвертый умер. Сколько нас? Да, четыре. Не, четыре, где еще один? Я не понял. Почему я вижу? А вот. Калин, Робин. Так, ребят, давайте идите добывайте. Ты тоже сходи добудь. А потом иди все это чисти дело. Робин. Слышишь, Робин Гуд? Дай-ка чистоту и порядок здесь устраивать. О! Все, аккумуляторная уже почти готова. Так. Что у нас с проводами? Так, энергия, кабель. Все, сейчас пойдет электричество. Пойдет ток по проводам. Слушай, мне твою разгрузку, а? В бронежилете ходит. Кто ты, охранник города? Да, такой солидный, да эти тоже, смотрите, какие поцы вообще. Ходит тут как главное. Картоха наша цветет. Березы растут, энергия появляется потиху. Блин, давайте еще пару солнечных батарей. Мало ли там перепады всякие будут. А, там у меня турелька уже. Я ее так и не отстроил. Давайте ее нахрен снесем отсюда. Создать. Вот это. Так, защита, защита, защита. И, короче, кабель сюда проведем, да? Энергия, кабель. Все. И так сойдет, да? Это пока тут вычищает домашнюю зону. Ну, хорошо, что вычищает, в принципе. Тут кровяка, там убили кровяку. Там дизентерия не нужна. Тут валяется, гниет. Хай гниет, хай портится. Нам-то чё? По большому счету, нам бы маски какие-нибудь, если они вообще есть в этой игре, я, в принципе, не доходил до этого. Так, ничья. Посмотрим, что там с аккумуляторами. Нормально вообще пашет. Хоть одна турелька есть, но сейчас будет одна. Так, давайте это перетащим. Это вроде как серебро, ценный материал. Так. Вроде пока ничего ценного я не вижу. Наверное, пропустил. Может, уже реально нету ничего. Так, ну это они сами могут взять в случае острой необходимости. Чё, будем развиваться. Аккумуляторы на полную. Вроде пока все пучком. Жнецы, блин. Так, кто у нас хороший садовод? Признавайтесь, Карина у нас уже уборщица и медик, по-моему, да? Давайте глянем. Персона, общение. Не, ну она точно не медик. Карина, что ты умеешь? Короче, уборщица, таскальщица.
Робин, ты у нас кто? Горное дело, строительство. Тебя прям... Как тебя еще раз зовут? А, Робин. Робин Гуд у нас будет. Короче, где там? Майн. И что там умеешь? Репэр, ремонт. В принципе, ремонт. Лоу фермерства нет. Так, Тейлор. Крафт. Не, не то. Майн и репэр. Блик. Короче, у нас все будут тушить пожар, в случае чего, не дай бог, конечно же. Вот, строительство, вот что искал, слепое. Все, иди добывай. Дружно, ребята, дружно. Еще дружнее. О, Робин уже отстрелялся, все сделал, пошел. Спит. Так, Робина. Робина мы уже посмотрели. Кто там следующий у нас по списку? Так, Калину. Юни. Юни, что ты умеешь? Юни, где ты там? Извиняюсь. Так. Нет, сначала персона. Общение, медицина. Исследование. Заняться бы исследованием. Сейчас, наверное, это и сделаем. Зоны, приказы. Научный стол, короче, поставим тут сразу. Уже исходя из этого будем комнату делать. Где? Не. Так. Строение. Стенку. Стенку на стенку поставим, да? Не знаю, здесь может какой-нибудь еще один стол поместится. Что-нибудь да будет, да? Покрытие. Паркет, так, мебель. Нет, защита. Строение, так. Дверь из бревен поставим. Чё нам? Калина наша уборщица строит там что-то пока. Так, где наш главный майнер? Ладно, Робин пока работает. Чё, скоро нам будет сюда энергию проводить, да? Так, столешник кто бы сделал. Нужны материалы. Я не понял, почему материалы не добываются? О, добывается. Стил красавец. Робин, слушай, иди-ка ты помоги товарищу. Какой быстрый, реактивный. Так, теперь здесь. Здесь. Нужно будет складешник, короче, замостылить потом. Вообще, я бы здесь подпорочку сделал небольшую. Так, строение. Строение. Да, все правильно выбрал я. Блин, они батареи эти строят. Ладно. Создадим тогда еще пару батареек. Где они там? Чтоб лампы там поместить. Все дела. Аккумулятор, вернее. 2, 3, 4. Еще один ряд. Я думаю, нам хватит просто вот, чтоб дофига было.
Еще сверху немного, да? Стол для исследований. Не хватает материалов. Серьезно? Сколько требует этот стол? Сталь 100. Блин, у меня тут бандикам, короче, он загораживает. Ты нашел, конечно же, что сделать. Ладно, приказы копать. Копайте-ка вы еще и тут. Это уже почернел, дружок. Стилт, ты офигел? Так, ну будет потом поставить комнату для развлечений. Комнату для развлечений мы создадим. Воу-воу. Кстати, у нас все пожарные вроде, да? Да. Так, не, быренько, 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 скоренько, скоренько, скоренько. Блин, ребята, вы что, офигели? Давайте пожар здесь тушите. То посевы наши сгорят тут все. Хорош жрать там. Вашу ж мать. Посевы давайте тушите. Все, слышите? Все посевы, идите тушите. Нахрен мне ваш картофель? Идите, блин. О боже. Короче, просрете сейчас еду, блин, сами виноваты будете. Идите, хату только не спалите. Не, ну пипец. Я вас всех пожарными назначил, вы хренью какую-то занимаетесь. Давайте тушите быриком. Робин, ну ты хоть дебилом не будь. Вот нахрен картофель, давай туши. О, целый день горел, блин. Угрожай. Эти новые садят. Ладно, хоть хату не спалили, уже хорошо. Уже хоть что-то на правду похоже, да? Так, давайте какую-нибудь комнату для развлечений создадим, да? Не работали побыстрее, поинтенсивней. Строй пропадет у них и... Пиши пропало. Такую большую комнату прям. Здесь у нас будет и кухня, короче. Все, что надо. Так, покрытие. Покрытие, покрытие паркетное сделаем. Сразу дверь. Так. Джой. Бильярдный стол. Не, стой, 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 стой. Бильярдный стол из дерева сделаем. А, у нас ткани недостаточно. Ладно, давайте просто тогда шашки сделаем. Не,
Нахрен. Создать. Из бревен. Так. Мебель. Из бревен. Ну, поэкономим. Стол. Из бревен тоже сделаем. Хай люди едят со стола. Так вот. 2, 3, 4, 5, 6. Так, отменить вот этот. Кухонную плиту сделаем. Чтоб была так. Стол мясника из бревен сделаем. Все, давайте занимайтесь. Работа вам подогнал. Так, ну стульчика надо, думаю, заделает один. Хай сидят на нем пацаны. Так, что там, деревце губишь? Ну, губи. Кактус бы еще кто срубил, да? Пугать. На мусорку все это вынесите, пожалуйста. Вот это все можно тоже, в принципе, на мусорку. Хай этим уборщица займется. Убери все это. Хотя это, в принципе, делал какой-то эстетический вид. Я думаю, заморачиваться особо не стану. Но я теперь таскаю уже камни. Просто не было тут в виду даже. Потом у нас труп. Мертв уже. Сколько дней. Ну еще. Дней так 90 гниет. Блин, давайте вот лучше не на мою. Лучше зароем, блин, реально в землю. Кладбище здесь неподалеку сделаем. Так, могила. Такое почетное вам место. Робин. Ты знаешь, что делать. Так, смотри, там не надышись этим шлаком, а то он уже гниет, больной. Это было сразу, конечно же, туда можно мастырить. По крайней мере, теперь я не боюсь. Надеюсь, он там ничем не надышится. Так. Ягуанку. Ну это чтоб кожа у нас была. Так, а сделать все как-нибудь можно? Блин, нам бы... Давайте морозильную камеру сейчас прямо сделаем. Вон туда всякие шкуры там. Создать. Блин. Так. Строение. Ладно, хай из дерева будет. Дверь из дерева. Покрытие. Давайте тоже паркетное сделаем.
короче, кондиционер сюда проведем, да? Где там кондиционер? Температура. Кондишн. Какая наружу выходит, да? Так, энергия, кабель. Надо будет сюда свет еще провести. Сейчас мы этим, наверное, и займемся. Что нам аккумуляторы, чтобы пустую работали. Раз. Два. Три. Так, ну я думаю... Не, ладно, не будем тратиться уже. Так. Для симметрии. Ну и здесь же тоже поставим. Так, а здесь куда лампу поставить? Давайте... Эти самые в угол. Не, не, стоп. Не так хотел я. Вот так вот. Идеально. Ну так мы просто сэкономим. Так. Энергия нет. Солнечная лампа. Тут. 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 И тут. Давайте тут еще. Ничью комнату мы пока трогать не будем, пока у нас некого туда. У нас, к сожалению, один пацан сдох. Ребята, не понимаю, чего вы не майните? Столько материалов, я не знаю. Тут только майнить и майнить. Строение. Срочно подпорку. Срочно подпорку, Робин. А то у нас не этот. Не транссексуал, да? Так, нужны материалы. Что там наши липы, березы? Еще не выросли? Ладно. Ну хотя бы что-то уже похоже на правду, да? Нахрен я ящерицу убил, даже с нее кожу нормально снять не смог. Там, пока никого убивать не буду. Юни, я не понял. Че есть только кровяки? Кто у нас там уборщик? Уборщик у нас... Карина. Карина Васильевна. Почему есть только кровяки? Убрать не получится. Ладно. Потом пеняй на себя. Энергия. Чё такое? Чё случилось? О, слушайте, нормальный подгон. А еще больше ничего не упало? Похоже. Не похоже, что упало. Ну ладно. Так, вроде пока все со всеми в порядке. Так, свет. Свет вы еще пока не провели сами себе, ну. Думайте сами, решайте сами. Карина, не хочешь немного убрать? Ну, со жратвой у нас, слава богу, пока все окей. Нам бы столик поставить тут. Да, Юни? Материалы.
Блин, где этот, который добывает? Как его там обзывают? Робин Гуд, короче, самый главный. Так, давай-ка ты идешь майнить. Что у нас будешь строить? Робин, я не понял. Создать приказы копать. Ну-ка, быстренько мне все тут добудь. Так, ну нормально. Еще бы мне кто-нибудь нарубал бы деревьев тут немного. Было бы вообще здорово. О, блин, сколько деревьев можно таскать. Тут еще. Замечательно. Так, наши посевы. Разве один кактус там? Давайте, чтоб здесь была площадка у нас побольше, чтобы наши березы нормально росли. О, электричество. Не понял. Что здесь грязь делает? Что там, Калина не справляется со своими обязанностями? Ну-ка, все выгребсти отсюда. Так, опять дождь и молния. Виктор. Так, у нас кто-нибудь там майнит вообще? Что-нибудь? Чего вы, самоубийцы, ходите? Ясно. Карина, можешь потушить? Калина не может потушить. Нужно ждать, короче, пока оно разгорится. Хотя дождь он сам тушит. Так, ну, беда вроде прошла. Не задела нас особо. Когда перетащим? Что это вообще? Бумхысы. Ну, кожа, я думаю, ничего с ней не станет. Хай полежит. О, свет. Дали свет. Норм. Так. Я бы на самом деле здесь еще кусты подчистил бы. Все эти ненужные. Ну, Карине нашей уборщице пока свет никто не дает. Ладно. Дадим, не переживай. Все будет чики-пути. Чё за странный звук? Мало пищи. Как это мало пищи? Вон сколько картошки лежит. Мало пищи у них. Ты посмотри на них. Вообще офигели, совесть потеряли. Так, кто-нибудь займется столом для исследований или нет? Давайте нахрен пока отменим все эти аккумуляторы. Ну хотя бы вот так вот. Робин, ты добывать будешь что-нибудь? Ну куда ты это понес?
Вечно тебя заставлять работать надо. А то как заставишь, все получается сразу. Bad Animal где? О! Дико ты. Робин, лечиться. Сначала потушись, конечно же. Как там себя ощущаешь? Фига себе тебя закоцало. Кто у нас там медик? Медик у нас Юни. Юни, ты где? Иди-ка, слышь, помоги-ка. А то ему плохо еще станет. Половину посевов, как обычно, сгорело. Не знаю, опасно так от дома находится, конечно, близко. Может, здесь пол зацементировать просто так. Чтобы пожар не шел сюда. Хотя смысл. А кто-нибудь сделает стол для этих, для исследований? Лайт. А, слилт, короче. Так, где там этот дядя бегает? Гобин. Гобин, твою мать. Иди работай. То сейчас всех погоню, короче, сюда. Так. Ты... Ну, ты туда будешь еще. Ну и вот эту последнюю. Ой, я думаю, на этом... Ну ладно. Подождем, пока дождь закончится. Надеюсь, никто не пострадает. Карина! Стой, строй стол из стали. Пока никто там не натягал, короче. О! Кондишн. Так, пока он, наверное, нам не нужен. Так. Кондишн, кондишн, кондишн. Давай-ка минус 30 тут сделай нам. Так, задание. Добавить задание. Простое блюдо. Сделать бесконечно. Добавить задание. Вкусное блюдо. Сделать X раз. Хорошо, сделать их сразу бесконечно. Добавить шикарное блюдо, сделать хорошо, бесконечно. Хай каждый сам себе готовит. И кушайте давайте за столом. Нужны материалы. Ну раз нужны материалы... То я думаю, мы их добудем, да? А
Так ты куда, Робин? Робин Худ. Все, материалы есть. Не знаю, что там горит по звуку. Ай, ёлки-палки. И правда горит. Ладно, ребят. Я думаю, на этом серию можно завершить. А с вами был Зазепа. С вас лайк, подписка обязательно. Я даже сохранюсь. Так, зап 1. Сохранить. Все, пока.